Всем привет, меня зовут Калашников Андрей, и сейчас я вам покажу, насколько все плохо в Татарстане с учебой. Потому что, если вы зайдете в Перископ, вы это поймете и осознаете в полной мере. И меня это очень заботит, потому что ученики, как бы, 90% сейчас онлайн в Перископе, это ученики школ, именно не лицеев, конечно, не колледжей, не институтов, а именно школ. И, в общем, меня это настораживает, потому что трансляции у них крайне тупые, и куда вообще движется вся эта молодежь. Сейчас посмотрим забавные моменты. Пользуясь случаем, хочу предложить вам угадать, что подписаться на мой Перископ. В общем, я там более умен, разносторонщив и весел. Итак, что мы делаем? Мы не создаем трансляцию, Так, какая ошибка? Нужно закрыть все, что было открыто. Включить Wi-Fi. Что я этого не сделал. И заходим в Перископ. Ищем наш с вами город. Пермь, Екатеринбург. Так, Чебоксары, вот он, Казань. Смотрим, какие трансляции у нас тут идут. 8 трансляций. Нам повезло. Так. Как проходят уроки туса? Не встречал, Алена, девочка, что надо. Независимо от мест, утром, днем и поздней ночью, она обожает секс. Вы видите, да, как уроки в школах в Казани проходят? Она обожает секс. На вид мечта на этом свете, девушкам буквально, я не знаю, может быть, лет 16, особенно то, что сзади. Я не думал, что так плохо все. Давайте напишем мне, как все плохо. Так, что там дальше? Пьем водицу с утреца. Тоже учеба. Сегодня какой день недели? Сегодня четверг. Судя по фону, фоновому звуку, учитель ведет урок сейчас, и этому парню ничего не мешает. Ты вчера пил? Просто там на четверти. Ненавижу школу. Вот так вот, как проходит обучение, все-таки очень печально. Я, конечно, не согласен, но... Давай спросим, в каком она классе. В каком ты классе? Нашлись те, кто уже знает меня. Он меня не знает. Я у него был серьезно. Забавно. Одни и те же трансляции просто. Это ж ты? Зашли в мою группу. Вот у нас там зачет должен быть. Что-то. А мы не дальше нам идет. Тоже девочки печально учатся. Афиша у нас. Может, там зачет сюда ходил? Так. Мемес. Волосами прикрой, волосами все выйдет. Щечку. Ради Перископа можно и поцеловаться с подругой, хорошо, почему бы нет. Давай подушку мне, подушку. Я спросил, в школе ли они. А что еще девочки готовы сделать ради зрителей? Ты только Андрей Калашников. Мамка твоя. Нет. Вообще-то это не девочки, это моя семья. Это моя. Познакомься, это моя жена. Это моя дочь. Выходить, смотреть, как у нас, как у нее дела. Курить плохо. Хорошо, присоединились 5 человек, заявись. А, мат, конечно. Как дела у вас, ребята? Привет, киски. Привет. Даже кальян. Курить плохо, да. В нашей жизни все плохо, Даля. Даже кальян. Ну, кальян, получше сигарет. Спасибо. Мы милые. Ты меня смущала. Айда гулять, что дома сидеть? Я ненавижу слово айда. Да. Просто очень бесит. Чё-то неохота мы только... Какой должен быть стимул, чтобы бросить?
по колено, мне кажется, уже все это привязанность. Ну так какой стимул, блядь, ты тупая пизда? На этом деньги зарабатывают. Вот так. Буду знать. Дай. А сколько максимум тебе человек присоединялись? У меня 248. Вот мы и просмотрели этот небольшой мой эксперимент. Вообще я это делал, потому что, ну, я вообще не готовился к этому видео, никакого там материала не подготавливал. Просто я зашел в Перископ, лежа на кровати, и понял, что об этом хочется поговорить. В общем, тупости в Перископе не занимать. Я не стал уделять этому много времени сегодня. И, возможно, вам вообще не было скучно. Надеюсь, это было не так. Если это будет иметь продолжение, то я думаю, это будет интереснее куда, потому что, чтобы собрать более интересный материал, нужно больше там сидеть, а на деградирующих людей смотреть сложно, и нужно сосредоточиться для этого. Поэтому, вот, может быть, это будет еще, может быть, это все, как бы, я еще, чтобы понимали, я себя что в татуировке, что в видео ищу, и не знаю, какую тему мне еще вот развивать, поэтому вы уж сильно там не ругайтесь в комментариях. Вот, что еще сказать? Да нечего сказать больше. Пока. На самом деле выключи ведь.